И без мандата, но с депутатскими замашками. Ляшко приезжает в кортеже и с личной охраной. Дважды судимый, он в третий раз идет под суд за драку со слугой народа. Я не заканчивал институт благородных девиц. Я не заканчивал институт благородных девиц. Я даже не Д'Артаньян. Поэтому, когда я вижу врага, я не буду ему предлагать выйти на дуэль. Чем смогу, тем замочу. Чем сможу, тем и замочу. Андрея Геруса поджидал в аэропорту Борисполя. К этой провокации Ляшко готовился. На кадрах не видно, но за спиной его охрана. Поэтому так смело машет кулаками и рвет рубашку на груди. Не у себя, у Геруса. Россиян мы куплять не будем. Если мы будем далее куплять у россиян, ты будешь сидеть в тюрьме. Понял? Ты понял, Шиге? Конфликт из-за реформы в энергетике. Герус предлагает открыть украинский рынок для российских компаний. Ляшко бьет кулаками, депутат словом. Поставки газа идут из Словакии, они частично идут с Польши. Сейчас идут переговоры с «Газпромом». Это нормально, если мы будем покупать газ в каких-то объемах в Российской Федерации. Это еще один больной вопрос. «Газпром» предлагает «Нафтогазу» продлить старый контракт на транзит или заключить новый, годовой, отказавшись от всех судебных претензий. Но в газовом споре Украина вместо выхода заходит в тупик. Если контракт не продлят, в Европе могут начаться проблемы с отоплением. Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. И мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года. На Украине проблемы уже начались. Во Львовской области замерзают 60 тысяч человек. ТЭЦ стоит, обремененная долгами в 9 миллионов гривен. А на спину, на то, бачите, ставим... О, на спину и так спим. В школах вынужденные каникулы, в детских садах малыши спят одетыми. Температура не поднимается выше 10 градусов. Украинские города страдают от холода, в столице в это время жаркие дебаты. Тимошенко против команды Зеленского, а ведь еще полгода назад была с ним заодно. Эти люди или не понимают, что они делают, или следствие определенного лоббизма, что сегодня противоречит интересам Украины. Украинский президент, услышав это в эфире, пишет пост в Фейсбуке. Начинается интернет-перепалка. Она принесла список своих людей для назначения на сладкие места, а взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со слугой народа в Верховной Раде. Конечно, мы отказали, ведь эпоха договорников закончилась навсегда. Раз в 5 лет некоторым украинским президентам кажется, что они сорвали джекпот. А дальше все по сценарию. Ну, вы в курсе. Словом, ждем вас на корпоративах. Можно со своим пианино. Ляшко, которого суд отпустил на поруки, тоже решил выступить. Щодо репутации Зеленского, его репутация закінчиться тем, что он начал. Грав хер на баяне, туда же повернется. Но сегодня Зеленский не за роялем, а в Мариинском дворце принимает премьера Чехии. Обсудив совместный бизнес и путь в ЕС, он демонстрирует свои забобоны. В переводе с украинского – предрассудки. Какие украинское слово «забобоны»? Есть такое слово украинское – классное, забобон. Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся, тогда побреюсь. Военные корабли, которые были задержаны за нарушение российской границы, уже скоро прибудут на Украину. И тогда Зеленскому придется побриться.